Сэм Фишер, не могу поверить, что ты превзошел меня. Мне нравится быть лучшим. Привет, полковник. Можешь называть меня по имени. Комната защищена. Ламберт. Рад снова видеть тебя. Думаю, дела в УНБ идут неплохо. Нормально. Все были очень осторожны в том, что мне разрешено знать. Такова природа агентства. Мы не позволяем никому знать все. А поэтому мы должны работать все вместе. Даже несмотря на то, что я буду действовать в одиночку. Нам будут сообщать о твоем положении столькими способами, что ты даже вообразить не можешь. И мы будем на связи через твои наушники и ПСС. Так же, как мы общались на тренировке? Ну да. Прости, что заставили тебя пройти подготовку. Я знаю, что ты следишь за своей формой. Я несколько лет не участвовал в полевых операциях. Я знаю. Но мастерство не пропьешь. Как нельзя разучиться кататься на велосипеде. Или носить большие звездочки. Поосторожнее, Фишер. Все, что мы говорим, прослушивается. Ты знаешь, какое у нас нервное начальство по поводу соблюдения свободы слова? Я справлюсь. Нужно быть лучшим, а не справляться. Третий эшелон — это новое начинание. Роль агрессивных разведывательных операций, которые будут проводиться в будущем ОНБ, будет сильно зависеть от твоей работы. Увидимся на той стороне полигона. Ладно, Сэм, давай начнем. Ты меня хорошо слышишь? Привет. Хорошо, это означает, что имплантированные динамики работают нормально. Да, тут техники хотят откалибровать твое снаряжение. Ты можешь повернуться к красной аварийной лампе на стене слева от тебя? Отлично. Теперь к той, которая справа. Ладно, теперь тоже для вертикали. Посмотри на еще одну лампу на стропилах под потолком. Отлично, теперь посмотри на ту, которая на земле, прямо перед тобой. Ладно, Фишер, мы постараемся покончить с этим как можно быстрее. Начнем с простого. Залезь на выступ вон над тем бассейном. Вот тут мы и посмотрим, что ты можешь. Ты перед основным полигоном. Я вернусь, когда ты пройдешь его. Хорошая работа, Фишер. Как только ты сумеешь пройти через ворота, мы перейдем к тренировке секретных операций.
Ты переходишь к секретной операции. Цель — проскользнуть по территории, оставшись незамеченным. У нас там есть свои люди. Несколько лучших инструкторов ЦРУ любезно согласились стать твоими жертвами. Следующая дверь заперта, Сэм. Тебе придется воспользоваться своей отмычкой, чтобы пройти через нее. Следующая дверь заперта кодовым замком. У парня, охраняющего дверь, есть код к этому замку. Но ему приказано не сотрудничать с тобой. Убеди его в обратном. Привет. Привет. Я тебе не нравлюсь, верно? Но прости. Какой код у двери? 28469. Рад был с тобой пора. Взаимно. 28469. На следующей двери стоит сканер сетчатки глаз. Эти штуки дешевые, а взломать их почти невозможно. К счастью, вопрос лишь в том, как доставить сканеру нужный глаз. Как правило, глаз офицера. Джентльмена, который стоит впереди, сканер распознает. Убеди этого парня открыть дверь. Давай поработаем над скрытностью. Твое оружие должно быть последним доводом. Невидимость — вот твое лучшее оружие. Мы установили на твоем обмундировании сеть фотоэлементов, соединенных со счетчиком видимости твоего ПСС. Если счетчик показывает 4, то ты сияешь как публичный дом. Если 0, ты стал тенью призрака. Некоторые камеры довольно хрупкие, и все, что тебе нужно сделать, чтобы пробраться мимо них, просто прострелить их. Иногда единственный способ миновать камеру — держаться в тени и точно рассчитывать свое движение.
Оглуши стражника в коридоре и спрячь его тело, пока этого не заметил охранник. Ладно, Фишер. Давай приведем еще одного охранника, чтобы оценить твою работу. Хорошая работа, Сэм. Помни, что благоразумие жизненно важно для наших операций. Если ты будешь заметать свои следы, то это в перспективе очень нам пригодится, чтобы доказать, что мы необходимы. В следующем коридоре все то же самое, но со звуком. Я буду прослушивать несколько вмонтированных микрофонов. Ты уже начал? Фишер! Господи боже, ты уже дошел до конца! Феноменальная работа! Идем дальше! Должно быть, это он. Ну да. Сэм Фишер, позволь мне представить тебя Вернона Уилкса-младшего. Привет. Здорово. Я слышал совершенно безумные рассказы о твоей работе. Я надеюсь, ты не думаешь, что я рассказывал ему твои истории про Кувейт? Мы тут все друзья. Точно. Уилкс давно в УНБ. Он будет твоими колесами, крыльями и оружием. Он отвечает за транспортировку и оборудование. Отлично. Без вопросов. Приятель, тебе должно быть не терпится вернуться к работе, а? Это все, что я умею. Ну что ж, это все, что нам нужно. Добро пожаловать в УНБ. Я уверен, что все пойдет хорошо. Третий эшелон — совершенно новый проект, и нам многое придется доказать. Это точно. Вы двое будете первым оперативным отрядом третьего эшелона. Будьте готовы к этому и не подведите нас. Добро пожаловать в УНБ.